Девчонки, всем с 8 марта. Я опять в обе. Пришла посмотреть, может, что-то тут прибавилось у нас. Но пока что при входе я вижу то же самое все. Сейчас пойду дальше. Заодно и посмотрим, как она называется. Ну, должно быть написано. Не написано. Пока ничего крутого не вижу. Только цены крутые. Расставили красоту кругом. Оп. Так. Что мы тут имеем? О, сколько миник-то. Так. Минички 429. Ну, как и были, в принципе. Так, сейчас посмотрим. 569. Вот это. Так. 899. Вот это. В общем, все вперемешку. Это что называется, ты пришла еще позднее, называется. Ничего хорошего нету в обе. Ничего. Ну, собственно, здесь особенно и ничего и не было хорошего. Все обыденное. Это я вам просто показываю. Это не то, чтобы вот сейчас купить и подарить. Вот за 1000, сколько там? 700, почти 800. Это уж я просто, раз уж я приехала, покажу вообще просто, что есть. Это вот где обычно все стоит. Это не то, что привезли к 8 марта. Камбрии красивые очень. Нежные такие все. Мне нравится вот эта тележечка такая, которая готовится к уценке. Нравится вам тоже, да? Помните, о чем я вам говорила? Это то оно самое. Цветочки, которые очень хорошо выглядят. Ну, их уже хотят уценить, видимо. Вот это, например. Что бы ее уценять-то? Она очень хорошенькая. Или вот это, к примеру, да? Вполне еще продаваемая. Потом вот это. Или вот это, к примеру. Вот уценка для простых людей. Посмотрите.
не для работников магазина. Вот она. Как, нормально? 349. Нормально? Мне тоже нравится. О, это получше. За 600. Вот так вот. Вот, это 8 марта. 8 марта. 59. Явно не справляются со своей работой работнички эти. Беда. Гиацинтики. Цветущие почти попадали из горшочков. За сколько они их там хотят оценить? Ни за сколько. 69 рублей написано. Все, девочки, красавицы. Ужасно, ужасно. В шоке я, как всегда. Смотрите, как размели розы-то. Прям раскупили все, наверное. Две 400. Ну, в таких пакетиках тоже дорого все. Сколько они там стоят? 20 донос. Ну, 1700, пожалуйста. Неплохая орхидейка, конечно. Вот красавица. Я вчера такую видела в карусели, по-моему, если я не ошибаюсь. Посмотрим, сколько тут стоит. 759 рублей. Ну, в принципе, я тут как бы все посмотрела. Брать здесь нечего. Но если только у кого совсем нет ничего, ни одной, тогда да, тогда выбор огромен. Вот. Хочу сейчас зайти еще в Ашан. Все будет в одном видео. Следующий кадр Ашан. Не расходитесь, это будет интересно. Ну вот. Магазин Ашан. 8 марта. 8 марта. Все расхватали. Вообще ничего нет. Люди, вы что, обалдели? Вы же все подряд-то берете-то. Господи. Так, миньки остались. Несчастные, никому не нужные. За 484, конечно, кому не надо. Ну и орхидеи, конечно же. О, какой шикарный выбор-то. Все. Все, больше ничего нет. Пойдемте посмотрим горшки. А вот меня просили показать, какие есть блюдечки для горшков. Вот верите? Нету ничего. Я не знаю, либо это расхватали, не берут. Есть только вот такие маленькие совсем. Вот, по-моему, по 17 рублей для маленьких горшочков. Есть чуть побольше, по 10. Но это, наверное, к этому горшку относится. Там горшок, его не видно. Больше нету, реально нету. Все, нашла. Нашла, не переживайте, все есть. Ну вот, блюдечки, вот эти вот тарелочки. Вот, хороший размер для хорошего горшка. 11 рублей. Поменьше немножко. 8.
Ну, тут 7. $32. Надо маленькую совсем. Вообще большая тарелочка. Есть вон за 59. Из нее кушать даже можно, какая она большая. 188. Есть керамические. 53, 48. Маленький за 40. Стекла много, в принципе. Фужер для шампанского. Ба-ба-ба-бам. А что, и недорого? 416 рублей. Как налил туда всю бутылку сразу. И выпил. В честь 8 марта. Это я еще взяла Шане. Что, купить вазу, что ли, такую? До кучи. Красивая. Так, на ножке. 88 рублей, что ли? Что-то я это не понимаю, что здесь сколько стоит. О! Прям аквариум. Во, вот это вообще круто. Даже с золотой ножкой. Обалдеть. Гиацинт 49 рублей. Дешевле, чем в обе даже. Все, выбрала себе 3 гиацинта. Возьму, посажу. Потом на дачу их уже, когда цветут. Как раз к маю. Ну все. Всех с праздником еще раз, девчонки. Поздравляю. Желаю вам счастья, любви. Побольше цветов, чтобы они вас цвели, радовали вас. Всем пока!